Всех приветствую. Итак, наступил 2023 год. Уже? Ребятушки, я всех поздравляю с наступившим Новым годом. Но у нас еще пока 22-й, потому что осталось еще 20 минут. Итак, ирония судьбы. Ты показал стену. Да вон, часы. Ирония судьбы. Любимая жена, любимый ребенок, елочка, футболочка подписчиков. Спасибо вам большое. Итак, начинаем Новый год. Может быть, крикнем с Новым годом? Давай. 3, 2, 1. С Новым годом! 2023. Надеюсь, он будет намного круче, чем 2020. Подарок тут. Давай, конечно. Все. Отпусти меня. Расходимся, погнали. Давай. Новогодний стол. Вечерком увидите. И тут у нас... Тёмыч! Вот, я тебе говорю. Пока. А, да, я не против. Все. Слушай, может тебе... Открой мне вот этот подарок. Ребяточки, у нас растет новый видеоблогер. Итак, все, начинаем этот влог... Точнее, влог декабрь. Мы его уже давно начали. Последний влог декабрь, который в январе выходит. Все, погнали. 3, 2, 1, новогодний застолк, подвозите. Пиум! Заходите себе iPhone, iPad или любую другую технику Apple, ребята, заходите в ID Store, специально для вас по промокоду VLOGDECABRY, скидка в 1000 рублей на любой заказ от 10 тысяч рублей. Поэтому магазин советую, ссылка будет в описании, продолжаем смотреть VLOGDECABRY. Доброе утро, новогоднее, ничего себе, тут у нас подарки объявились. Люк, а тебя почему не перевязали-то, как подарочек? О, как мы с ним вчера вечером тут играли, вообще. Смотрите, вообще это прям круто. Па-бам. Так, я открываю свои. Давай. А, еще с этой стороны. Ничего. Это мой. Ничего себе, круто. Это твоя кучка. А, даже кучка? Да. На улице вообще прям сказка какая-то новогодняя. Смотрите. Что, пойдешь? Нет? Ладно. На улице реально сказка, ребята. Вот что. Так, и что это там такое? Что ты там хочешь все? Что такое происходит? Держи. Так. Ой-ой-ой. Так, Тёмич открывает свои подарки. Тут даже флешка вошла в чат. Ого, Тёма, заграничный конструктор. Ого. Это же иностранный конструктор. А можешь перевернуть? Мне кажется. О, это смотри, какой-то из-за границы Лего. Лего. Неизвестная. Молодец, Тёма. Че ты все нюхаешь? Ну, это известно, они легкие делают. Ого! Тут много собирать придется, Тёмич. А ты... Все? Точно? Оля, ваш подарок тоже уже ждет под елкой. Можете идти забирать. Но главный наш новогодний подарочек это ты. Конечно же. Подождите, покажите, что мне подарили. Оля подарил Apple Watch Series 8, потому что она у нас. Эпловод. Иностранные подарки, ребята. Всякие яблоки, лего и так далее. Даже ты, этот, английский кокер-спаниель. Сейчас, Тёмич, секунду. А еще мы сегодня, представляете, вечером будем выпивать вот такую замечательную вещь. Смотрите, как красиво получилось. Это настойка водки на клюкве. Опа. Смотри, какой у него цвет прям. Богатый получился. Даже небольшой осадочек есть. Какие графины, прям вообще так. Опа! Микстура какая-то прям настоящая. Коньячная. Маленькое исправление. Это на рябине. И рябина называется коньячная. Слушай, а вот здесь, кстати, красиво смотрится. Смотри, как. Опа, прям. Во, кайф. Прям очень зимняя. О, ребят, подарочки подъехали. Вот сейчас будем открывать. Да. Я-я.
Ребята, Дед Мороз заходил ночью и принес мне пачку папирос. А где Дед Мороз? Пачку папирос. Так, принес мне футболочку. Да Тёмыч, вообще тут офигеть станция какая. Футболка, в которой я сегодня буду ходить целый день. Значит, вы себя можете тут найти. Спасибо большое всем, кто пришел, кто поддержал. Благодарю. Давайте так вот всех покажу. Да-да-да-да. Но в этом году она какая-то более новогодняя, мне кажется, получилась. Притом здесь, смотрите, такие элементы. Хопа, хопа. Так еще и задняя часть есть. А ну-ка, вот. У нас еще даже на заднюю часть перешло. Пожалуйста, ребята. Еще покажи. Чин-чин-чин-чин-чин-чин. Здесь вот этот набор. Ну, Тёмыч, это вообще топовая тема, на самом деле. Притом у Тёмки уже есть этот какой луноход, который мы в Финляндии покупали. Да, сейчас. Вот он. Вон. Где? Ну, да, у нас такой луноход есть, а здесь еще, получается, он подсоединяется. Че, собаки все не можете поделить? Еще теплица. А, у Тёмыча еще вот набор We Do. Так, так, так. Давай, давай, давай. Что я тебе? Хочешь, вот так тебе подарю? Вот. Будет люк в футболке. Если неудобно, игрунишка. Тёсик. Ладно, все, давай. Буду одевать. О, по-другому уже. Вот так вот. Все. Целый день в ней буду ходить и встречать Новый год. Спасибо, ребят. Ребята. Сегодня 31 декабря уже, офигеть. Представляете, последний день влога декабря. Ужас какой. А ну-ка сейчас, дай-ка вылезу. Вот так вот, хопа. Вот это мне нравится, что можно так делать. Снег весь тает, потому что на улице плюс один, короче. Чего ты там лаешь? Соседская собака лает. Чего сейчас этот? Сейчас люк Скайуокера выпущу. На улице плюс один. Так, о. Темнота. Значит, я еще вчера тут, когда стрим провел, потом еще подзалип немножко тоже на соседних стримах. Особенно у этого, у Макса Indie Travel. Ух, там вчера был этот, у них алко стрим с этим, с караоке. Что-то мне кажется, конечно, мы с Люком здесь еще до 2 часов ночи сидели. Просто уже, знаешь, когда... Конечно, самому вести стрим это... Ну, сложновато, если вот особенно одному. Вот. А потом просто сидел и отдыхал. Вот так вот. Еще раз хочу сказать спасибо каждому из вас, ребят, что вы поддерживаете. Спасибо. Вообще прям мега приятная тема. Собираемся гулять на улицу. Ну, без него пойдем, потому что, мне кажется, он час прогулки не выдержит. Еще мелкий. Пусть пока так немножко гуляет. Пойду, конечно же, в магазин в своей маечке. Как же без нее-то? Что я сожрал? Тёмыч тут продолжает собирать свою космическую станцию. Вот, мы, конечно, в Финляндии, когда были, купили вот такой вот луноход. И вот это, кстати, набор Лего оказался в РФ дешевле, чем даже там. Потому что мы его вот этот набор взяли, по-моему, 6 или 7 тысяч по скидкам. Значит, тут космическая станция, Тёмыч еще не до конца собрал. В итоге, слушай, нормальная такая инструкция. Вот, там целая станция будет, офигеть, даже с дроном. А дрон же собран, вот он. Прикол. Давай кулачок, красава. Да, тут надо сейчас будет прибраться, что-то у нас снега много. Люк, пойдем. Люк, Скайуокер, куда пошел? Сейчас дрессировку замутим. Давай, Люк, пойдем. Люк! Че, пойдем ко мне. Пойдем. Вот. Кстати, ребят, пойдем ко мне. Люк! Люк, ко мне. Ботиночки вообще, ребята, огонь, короче. 3000 рублей на Алиэкспрессе. Просто, короче, вообще реально огненные. Я вот уже хожу, получается, где-то пару месяцев. Прям вообще прям очень зачетные. Советую. Называется Бона. Ссылку оставлю в описании. Там, где брал, вообще прям кайфовые. Прям отвечаю за них. Блин, вообще прям огонь. Чтобы это не носить свои тимбы,
которые 6-инчевые. Вот, взял попробовать. Куртка оказалась фигня. Чего? Пойдем, пойдем домой. 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 Давай, прыгай. О, молодец. Давай. Люк, домой. Домой. Давай, домой. Он пописал. Бабах. Вот. Решил взять себе на зиму попробовать вот куртку. Оказалась фигня. И ботинки. И ботинки оказались вообще четкие. Если вы не поняли, ребята, ботинки вообще прям огонь. Все, я вам их продал, да? Все, можете заказывать. Ссылочка на Алиэкспресс в описании будет. Сделайте себе новогодний подарочек. У меня вот 46 размер. Сходил на местную почту с ДЭК и получил новогодний подарок от Романа Михайловича. Офигеть, представляешь, Роман Михайлович здесь, и от целой семьи, от Романа Михайловича, и от его супруги Марианы, они нам подарок отправили. Опачки. Значит, Тёмич, смотри, называется «Зомби в доме». Настольная игра, походу. Во, «Зомби в доме». Бей зомбей, спасай друзей. Что тут еще? Ого. Погоди, погоди, что такое? Какие-то... А, это, наверное, орки. Какие-то косметические штучки. Так, а что такое? Мочи скин. Что я уже соврал? Инстаполиш райс маск. Ну, это точно это для орки. Так, здесь что? Открытенько, ничего себе. С наилучшими пожеланиями, Роман Михайлович, Мариона и Булочка Романовна. Офигеть, ребята, спасибо большое. А посмотри, что мне... О, это же для дерева, ни хрена себе столярка. А посмотри, что Рома, мне... вот это я летом-то буду что-нибудь делать. А тем еще, я, кстати, показывал, да, этот конструктор, получается. Во. А, он сейчас закрытый, а где это сам-то? А, вот. Тоже, типа как Lego We Do. Вот, можно смотреть, даже танк построить, ничего себе. И анимировать их. Так, Тёмич, давай распаковывай. Давайте нас, нашу жидкость профильтровали в графинчиках. Вот, на рябине, понимаю, все дело. Очень красиво выглядит, просто мне вот это вот нравится, знаешь. Что такое граненая штучка, прям вообще красиво. По-новогоднему. Чё, корова моя? Да, Люк, молодец. Чё там? Вот, о, слушай, ну вообще, Роман Михайлович, что вообще происходит? Вот что еще забрал с почты. Это где? Да вообще, смотри, тут зомбари, вот это какой-то самый главный зомбарь, походу. Вот, пауки какие-то, как собака. А, держал, купил себе, тоже Басеус. Вот. Она, конечно, беспроводная зарядка и вот, умеет, я так понял, автоматически тоже закрываться. Клево. 2000, конечно, 2000 рублей с зарядкой беспроводной. О, Тёмич, у нас тут вообще так места не хватит. Кстати, сидим, смотрим сейчас, Иван Васильевич меняет профессию. Псы занимаются своими делами. Вот я пока футболку снял, что-то у меня жарковато стало. И нашел в холодильнике еще кружку пью. Вот, и, соответственно, вот так вот. Время 2:30. Ну, кстати, сейчас Люк купили такие миски повыше. Вот, конечно, такие модные миски. Вот. И уже... Че ты себе гулять? А, вон этот мини-бар, короче, тут начал выставлять. У нас тут это как раз черноголовка Буратино. Шампанское, даже есть безалкогольное. И плюс еще, конечно, там что-то виски у меня будут. Так. Вот он, Новый год. А здесь тоже еще один мини-бар. И, конечно, большое количество икры. Во, вообще круто. Чего? 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 Люк, улыбнитесь. Вас скрывает, точнее, снимает нескрытая камера. О, слушай, ракурсы прикольные. Ты молодец. Вон какой. Ой. Корова. Расцветка коровы. Че, Зив? Тебе чего? Какая-то собака. О, у меня, смотри, какая кепка появилась с этими. С надписью здесь можно делать либо узоры запускать, либо можно свой текст сделать. Но про только на английском. Здесь можно писать
2023 год. О, кипарик, ничего себе. Круто, прям этот экран такой. О, как можно. Понял, могу вам послание писать. Слушай, прикольная тема. Опа. Можно это, по улице ходить, что-нибудь здесь написать это. Прикол, да? Решил заранее посмотреть выступление ВВ. И, конечно, необычно, что, знаешь, так, где на фоне Кремля. Ну, понятно, что какой-то праздник не праздник, но вот как есть. Чудесно. Вот так вот. А время, хотя еще только, да, без 24, но сейчас в России уже Новый год, все идет, уже по все, это шагает по России. Вот, ребят, вот эту вот зарядоньку, точнее, держалку в машину. Кстати, давайте я вам ссылку-то тоже оставлю, сейчас пойду в машину примерю. Вот, новенькая, конечно, 2000 рублей обошлась с этой, с кабелем, и цепляется за решетку. О, Тёмыч, у тебя тут прям настоящая оранжерея. Вошла в чат. Слушай, ничего себе, да. Космическая станция с оранжереей. Круто. Так, все закрывается. Так, ладно, пойду я зарядку примерю. Блин, как мне вот здесь задние фонари нравятся. Вообще прям вот эти светодиодные, охренеть. Короче, ребята, пришлось за телефоном бежать. Смотрите, это вообще реально топовая тема, блин. Я еще думал, знаешь, подешевле взять. Потом думаю, ладно, фиг с ним. Короче, возьму подороже. 2300 она вышла. Вот, тоже Basseus. У меня до этого тоже была Basseus. Но здесь вот эти лапы были. То есть механически они, типа, телефон зажимали сами. И сломался вот этот разъем микро USB. Потому что кабель уже менял. Короче, вот проблема в самом разъеме. И питало его сюда попеременно идет. Вот здесь вот сенсорная клавиша такая. Нажимаешь, он типа хоп, и телефон достает. Нажимаешь, он его автоматически сам ставит. И вот здесь вот только механические вот эти лапы боковые. Нижняя сама так вручную двигается. Ну, это, короче, на выброс уже. Крепежка, которая была вот со старым креплением, она даже хуже, чем вот здесь вот. Вот здесь вообще прям офигенно встала в решетку, притом четко. И смотрите. То есть, бац, здесь, короче, вообще все механическое. Вот там сзади трогаешь, она, смотрите, хоп, разъезжается. Давайте попробуем вот так поставить. А, и она сама его зажимает, охренеть. Вот, сразу зарядка пошла. Вот это круто. А, ну, слушай, зажала она его не до конца. Сейчас. А ну-ка, вот так вот. Ну, что-то. Вот, хопа, зажала, вот. Теперь нормально. Во, вообще. Вот это кайфец. Реально, сама его зажала, все. Держится телефон. Вот так сзади сделал, хопа, и достал. А, при этом еще, что прикольно. Мне нравится, смотрите, поставил. То есть она его держит. Машину, короче, выключаешь. А, вот это, кстати, так не делает. Ни хрена себе. Ладно, окей. Короче, а предыдущая держалка, когда Питалова переставала идти, то это, она открывалась. А здесь придется тогда вот так вот делать. Сначала ее открывать. Ну, давай-то. А, вот она. Хопа, и доставать. Слушай, не, держалку советую, прям вообще крайне крутая, с беспроводной зарядкой, быстрой. Кайфовая тема. Так что это, ссылку ищите в описании, ребят. Ладно, все, я пошел обратно домой. Опа. О, салат мимоза практически готов. Осталось немножко настояться. Здесь у нас рис, горбуша, майонез, мазик по простонародью. А морковка и сыр сверху. Ну вот, Тёмыч, вообще. Я, кстати, Тёмыч, он заказал тоже под Новый год всякие сидоистребители, икс-крылы. Здесь еще настоящая звезда смерти. Ну, блин, ее просто не видно. А там еще Кайло Рен. Приклеим все ему в комнате. Кстати, Оля мне тут сказала, что она эту игру хотела как раз для Тёмыча купить. Но она, конечно, 12 лет, но, блин, говорит, крутая. Где? Вот. Роман Михайлович вообще огромный притча. Красава. Сейчас Тёмке пойдем звезду смерти наклеим. Во какая. С Алиэкспресса. Ух, я большая.
Тан-тан-тан-тан-та-да-тан-тан-тан-тан-тан-тан-та-да-тан-тан-тан-тан-та-да-тан. Пам-пам, пам-па-бам, пам-па-бам. Ситхи. Ситхи на месте. У нас тут готовится еще курица. Очень офигенно пахнет. Вон там курятинка лежит с картошенькой. Короче, у нас получилась такая вот звездная инсталляция. Может, конечно, еще наклеек заказать, но вот такие вот звездные войны тут. Сиды-истребители, звездные разрушители, Кайло Рен сбоку и, конечно же, звезда смерти. Ребята, нарики что заказал, вот, ссылочки тоже вам оставлю в описании, поэтому если захотите украсить свои комнаты, пожалуйста, тема проверена, вот, бабах. Конечно, звездочек, конечно, хотелось побольше, но как есть, и всегда можно снять. Главное, чтобы Кайло Рен, блин, не отвалился, а то он что-то, я тут не с первого раза приклеил, так получилось. Что-то мне кажется, он может отвариться. Так, ладно, не отваливайся, Кайло Рен, давай, сиди. О, ребята, курица, вот только посмотрите, как это вкусно выглядит, по крайней мере, бутербродики с икрой готовятся. И все у нас на стол начинает выкладываться. О, с Тёмичем играем. Здесь, смотрите, в комплекте целая ракета. Блин, Тёмке надо покупать, конечно, лего на 18 тысяч кусков, потому что он вот это собрал все за полдня. И что это такое-то? Все, лунная база у нас теперь есть. Этот ровер. Кстати, прикольный такой. О, да, и здесь вон сколько космонавтов. И даже вон целый этот, как этот, какой-то минерал. Так, ребят, новогодний стол практически готов. У нас наша настоечка. Здесь черноголовка буратино тоже в стеклышке. Прямо очень вкусненько будет. Салатик мимоза, пожалуйста. Так, и главное у нас бокальчики вообще топовые. Смотрите, какие. О, хрусталь. И главное, стопочки. Кстати, стопочка, ребят, тяжелее, чем вот этот стаканчик. Вообще прям кайф. Вот это да. А еще в армянских продуктах мы купили этот кемари. Буратино. Забыл, конечно, соус курицы. Буратино. У тебя дешевле. Ребята, как у царей, просто на связи Подмосковье. Сейчас будем все тяжелое вообще. Смотри. Опа, опа, пошла жара. Да просто красиво. Опа. Это я просто это пародирую навигатор-турист, когда это «Привет из солнечной Армении!» Прям вообще кайф. С наступающим, ребят. А еще у нас сегодня классные соленья, особенно чесночок. Селедочка. О, вообще прям. Ой-яй-яй. Сами же делали. Новогодние салфетки, ребят. И мы запустили, да, Тёмке очень понравилось приключение Шурика. Ну, потому что нужно, чтобы ребенок пропитался всей этой атмосферой. Вон он, еще один ребенок. Значит, Илюха, как будто с чайком, на самом деле, с виски. Так, сейчас включим свет. Сейчас, секундочку. Так, у нас осталась одна пулялка с прошлого года. Потому что они что-то стоят неимоверно дорого. Поэтому, ой, я подумал, здесь написано Роман Михайлович, а это Роман Кэндл. Ничего себе. Роман Михайлович, что это такое? Вы, во-первых, еще салюты выпускаете. Вот. На самом деле, я бы сейчас тоже нифига не взорвал, потому что что-то, ну, такое себе. Потому что раньше было как-то прикольно, а сейчас уже не прикольно. Вот. Ладно, сейчас. С наступающим вас. Ужас какой. Ну да, поддержим влияние алкоголем. Так, единственный наш этот. Ну что, что, готовы? Три, два. Опа! Ура! С Новым годом! Даже камера эти фокусируется.
ходим тут, бенгальские огни жжем. Но они что-то... Они мега супер быстрые, вообще прям. Просто. Их только начинаешь, вот так вот потом все такое угорьки носишь. О, слушай, да, Ольга Валерьевна, так даже красиво. Ребята, пришли с гуляния. Дед Мороз Тёмке подарил 3D-ручку. Выглядит как зубная щетка. Сюда загружается, получается, такая вот нитка. Эти... Я бы загрузил зеленый. Ну давай, загружаем. Вот, она плавится, можно печатать любые штуки, типа прямо от руки. Это мы сюда. Давай. Основание гитары готово. Сейчас будем печатать пчелку. Ничего себе. Вообще, смотри, сколько здесь. Во. Я не знаю, где я подержу тебя. Нормально. Вот, так, бокальчики приготовили. Шампанское приготовили. Конечно же, какой-то первый канал. Центр Москвы, Российская Федерация. Погнали. С Новым годом! 8. Новым годом! 9! С Новым годом, дедушка! 10! Ну все, встретили Новый год. О, у нас даже побольше немножко. Все, ребят, с Новым годом! Мы продолжаем сидеть за новогодним столом. Ладно, попрощаемся чуть попозже. Да. А я вот Оле подарил Apple Watch 8. И у нее часы все могут вот так вот. Красава. Мои старые часы тоже. Оля, вообще прям красавица. Круто, круто. Ага. Все, молодец. Итак, ребятушки, время 1:30. Мы закончили общее гуляние вместе с Люком. Не, остались вдвоем. Сейчас немножко посидим, посмотрим видосики. И пойдем спать. У нас заканчивается влог декабрь 2022 года. Офигеть. Просто жесть, ребят. Раз в год. Хотя нет, в этом году. Итак, влог декабрь 2020 года. Ого. Так, без монтажа, погнали. Смотри, то же самое. Влог декабрь 4 года назад, 18 года. О, Илья, ничего себе, ты такой молодой. С подсветочкой. Слушай, ну в принципе ничего не поменялось, все то же самое. Ой, да, снежколепо все. Снеговики. А, подожди, то же самое, блин. Сейчас я научусь открывать выпуски. Влог от зверьё, ничего себе, монтаж-то какой, который никому ничего не нужен. Я сам так делаю, я когда смотрю людей на ютубе... Кейси Нейстат, ничего себе. Илья Константинович, это было такое ощущение вообще в прошлой жизни, охренеть. Вилла, 2007 лет назад, серьезно что ли? Серьезно? Ой, это у нас даже когда Тёмки еще не было, охренеть. Беззаботные времена. Офигеть, офигеть. Окей, идем дальше. Это сколько? 9 лет назад. Фолловеры. Форс фокус. Ой, это же жулебина. Это жулебина, ребятушки. Да. А это сколько? Извините, а можно кусочек чемоданчика с собой забрать? 9 лет назад. Ой, какой лохне. Ничего себе. О, подожди. Майк, ты что тут делаешь? Ой, Давид. Анна Костенко. Ой-ой-ой. Тесла. Вилса. Все здесь. Окей. Ха-ха-ха-ха. Ух ты. Так, я, конечно, немножко выпил. Немножко. Совсем немножко. Вот, поэтому хочу вам сказать, что
Ем. Благодарен каждому из вас, кто смотрит влог Декабрь до сих пор. История продолжается. Да-да. Спасибо, ребят. Все. Беру небольшой творческий отпуск, хотя бы на 10 дней. Стримы будут, а, типа видос я снимать не буду, все, потому что я задолбался все снимать. Все, давайте. Пакета. Влог Декабрь 2022 заканчивается. Увидимся с вами в влоге Декабря 2023. Охренеть. Круто. Все. Надеюсь, все будет вообще охрененно и хорошо. Давайте. Пока. Пум. Пум-пум-пум. Пум-пум. Блин, не работает что-то. Итак, попрощаемся заново. Спасибо большое, что смотрите. Давайте, все. Пока. Погнали. Опять надурил. Не получилось. Да что такое-то? Итак, спасибо большое, что смотрите. Давайте до новых встреч. Короче, что-то все, актерское мастерство зашел в тупик. Ребята, все, пока, давайте. Спасибо большое, что провели со мной этот весь год. Все, большой такой лайкосик вам в монитора залетает. Гоу-гоу-гоу, все. На самом деле, пока. Пока.